Замечательно. Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наш сегодняшний вебинар. Он у нас сегодня будет не совсем обычной форме проходить. Почему? Ну, это следует уже из названия того, чем мы сегодня будем заниматься. Итак, мы сегодня поговорим о современном фитнесе и традиционной китайской гимнастике. Ну, невольно сразу возникает вопрос. Слово «фитнес» – что это означает? Уверена, что большая часть наших участников, ну, по крайней мере, слышит этот термин, точно слышали, поскольку сейчас понятие фитнес-клуб, там фитнес-упражнения и так далее можно встретить, но практически на каждом углу. А вот что означает само это слово «фитнес»? На самом деле так интересно, как говорится, когда мы что-то ищем, вся Вселенная нам помогает. И как раз сегодня, когда я пыталась найти понятное, доступное определение слова «фитнес», попалась в руки газета, где такое было дано определение, что фитнес – это что-то типа light sport. Ну, а если серьезно, то само слово «фитнес» произошло от английского слова, от глагола, точнее, to fit, то есть подходить к чему-то. И появилось оно, зародилось оно в Штатах в 50-е, 60-е годы, соответственно, уже прошлого столетия. У нас в Советском Союзе фитнеса точно не было, зато было другое понятие – физическая культура или физкультура и спорт. А первый фитнес-зал, фитнес-клуб появился в 1990 году в Санкт-Петербурге. Хотя на самом деле занятие фитнесом в том понятии, о котором мы говорим вот в сегодняшнем значении этого слова, конечно же, появилось раньше. То есть появлением видеомагнитофонов очень у нас появилась возможность смотреть и слушать и повторять записи различных популярных, скажем, ведущих с аэробикой и так далее. Но если говорить о сегодняшнем фитнесе, то, конечно же, в фитнес-клубах достаточно большой выбор тех возможностей, которыми человек может заниматься, начиная от акваэробики, пилатеса и различных танцевальных каких-то программ. То есть каждый может подобрать для себя то, что подходит больше. Вопрос лишь в том, что если мы говорим непосредственно о фитнес-клубах, то есть маленький нюанс, что для того, чтобы попасть в фитнес-клуб, нужно как минимум купить абонемент. И вот абонемент – это уже определенные как бы затраты. И в зависимости от того, где находится фитнес-клуб, в каком городе, насколько он оборудован современными какими-то средствами, необходимыми для его оборудования, насколько он продвинутый, насколько он популярный, конечно же, стоимость абонемента будет очень сильно варьироваться. Ну и от города к городу, безусловно, скажем, если говорить о стоимости абонемента в фитнес-клуб в Москве, это будет наверняка сумма значительно более серьезная, чем, скажем, если говорить о фитнес-клубе в каком-то небольшом городе. То есть в любом случае, то есть с одной стороны, если говорить о плюсах и минусах посещения фитнес-клубов, фитнес-залов, то к плюсам можно отнести, что, соответственно, у вас есть возможность позаниматься под руководством специалистов, у вас есть возможность выбрать ту или иную группу и заняться тем направлением, которое вас больше устроит. Ну и, соответственно, если говорить о том, что далеко не все имеют возможность посещать фитнес-клуб, означает ли это, что у человека нет возможности заниматься фитнесом? Конечно же, это не так, потому что на самом деле определенный фитнес-уголок каждый желающий может организовать у себя дома. И для этого не потребуются какие-то дорогостоящие, скажем, какое-то дорогостоящее оборудование или тренажеры, потому что достаточно определенного коврика для занятий каким-то гимнастическим комплексом, те же самые небольшие гантельки или заменяющие, скажем, пластиковые бутылки с водой, даже скакалка, тот же обруч. Это те нехитрые, несложные, недорогие как раз элементы, которые помогут вам организовать такой небольшой фитнес-уголок у себя дома. Ну и потом никто не отменял, скажем, возможности пробежек, предположим, утренних, или просто прогулок на хорошей скорости
не обязательно, это может быть скандинавская ходьба, очень популярная нынче. Это может быть возможность прокатиться на велосипеде, на самокате, что очень популярно в последнее время, и масса других возможностей, которые вы можете себе организовать без особых хлопот и заниматься с серьезной отдачей, потому что в любом случае любая физическая нагрузка в то время, когда мы физически очень не нагружены, то есть наше время – это время гиподинамии, большая часть населения, особенно в молодом возрасте, да и не только, начиная буквально со школы, вуза, любая престижная работа сейчас связана с работой в офисе, то есть это опять сидение, это малое движение, поэтому любая физическая активность будет с благодарностью воспринята нашим организмом. Но если обратиться все-таки к особенностям занятия фитнесом и любой нагрузкой физической, на что специалисты обращают внимание? Дело в том, что ведь любая физическая нагрузка, особенно если мы говорим, скажем, о кардиотренировках, она направлена на что? На то, чтобы мы могли тренировать мышцы своего сердца к повышенным нагрузкам. И при этом определенная техника безопасности, ну, условно говоря, да, все-таки существует. То есть на что обращают внимание специалисты? Что если мы занимаемся кардиотренировками, то в этом случае нужно обязательно контролировать частоту своего пульса. И есть определенная формула, которая достаточно проста. В вычислении нужно от величины 220 отнять ваш возраст. И рекомендуют, то есть вы получите число сокращения сердца или тот пульс, до которого максимально вы можете увеличивать, соответственно, биение своего сердца. Но не рекомендуют на все 100% это делать, а работать в режиме где-то примерно 75-85% вот от этой посчитанной определенной вами величины. Соответственно, и еще определенное правило, что, скажем, если вы занимаетесь силовыми тренировками, для того, чтобы не пострадали ваши мышцы, ваш связочный аппарат, то есть перед тем, как приходить к силовым нагрузкам, обязательно нужно сделать разминочку, то есть размять непосредственно все суставы, связочки привести в порядок, для того, чтобы любые нагрузки на мышцы в дальнейшем не привели к травме. Ну, собственно говоря, на этом вот то небольшое мое отступление по поводу фитнеса, наверное, я и завершу. Почему? Потому что у нас, в принципе, предусмотрены в перспективе расписание занятия со специалистами в этой сфере, то есть профессиональными спортсменами, которые будут это делать на самом хорошем, высоком профессиональном уровне. У меня сегодня немножко другая будет задача. То есть мы с вами сегодня будем постигать азы традиционной китайской гимнастики цигун. Если дословно расшифровывать само название цигун, то ци – это та самая энергия ци, с которой мы с вами хорошо знакомы, но те, кто, по крайней мере, не неделю в компании, а чуть-чуточку больше. А второй термин гун означает в переводе с этот иероглиф, ну, как всегда, дело неблагодарное переводить иероглифы, потому что у них очень много вариантов перевода и значений. Так вот, соответственно, варианты, которые более подходят вот к расшифровке нашего сегодняшнего занятия, можно перевести как работа, можно перевести как совершенствование. То есть дословно эта гимнастика направлена на совершенствование, на работу с энергией ци. И, скажем, если мы говорим о тренировках физических, причем с серьезной нагрузкой, то согласитесь, что есть определенные ограничения. Предположим, если человек возрастной, ему трудно уже начинать заниматься серьезными физическими нагрузками, существуют варианты, когда у человека, пусть даже и не очень возрастного, но есть проблемы с суставами. В этом случае говорить ему о каких-то тоже специальных упражнениях, направленных на восстановление сустава, тоже проблематично. Вот в отличие от этих физических упражнений, которые в силу ряда причин могут быть недоступны ряду наших потенциальных потребителей, вот тот комплекс упражнений, с которым мы сегодня будем знакомиться, его большое и неоспоримое преимущество в том, что он доступен абсолютно всем, в абсолютно любом возрасте и при абсолютно любом состоянии здоровья, что очень и очень важно. Итак, если немножечко обратиться к истории, то цигун изначально развивался как направление боевого
такого искусства. А в настоящее время, хотя это направление, одно из направлений тоже присутствует, но нас больше будет интересовать цигун как гимнастика оздоровительная, которая позволяет решать достаточно большое количество проблем по здоровью. Ну, например, вот один из комплексов, который мы будем с вами сегодня выполнять, и с которым будем знакомиться, он позволяет, например, профилактировать какие проблемы. Скажем, есть люди, которые метеозависимы. Они очень сильно реагируют на риски изменения погоды, скажем, температурное, давление, колебания. Так вот, в этом случае, если заниматься регулярно этим комплексом, эту зависимость можно заметно снизить или убрать вовсе. А, ко всему прочему, этот комплекс также позволяет поддерживать в норме свое артериальное давление, что тоже очень важно, потому что мы знаем, что скачки артериального давления, особенно в сторону его повышения, они чреваты тем, что в перспективе могут привести к каким-то очень серьезным, необратимым, соответственно, проблемам со здоровьем. И если говорить о том, что движение энергии ци по нашему организму, оно следует по определенным каналам. Вот так же, как кровь у нас движется по сосудам кровеносным, также энергия ци следует определенными путями. И существуют у нас классические меридианы, их называют еще меридианы и коллатерали. Так вот, соответственно, если говорить о классических меридианах, это 6 классических ручных меридианов и 6 классических ножных меридианов. И мы сегодня, когда будем выполнять комплекс упражнений, мы будем задействовать все эти 12 классических меридианов. Плюс мы будем также выполнять упражнения на некоторые точки, которые точки являются не меридиональными или же относятся к меридианам, но не классическим, а так называемым чудесным или экстраординарным меридианам. И по ходу, по мере того, как мы будем выполнять эти упражнения, я постараюсь комментировать о том, какие конкретно меридианы или точки мы с вами будем сегодня использовать. Некоторые из этих точек вам будут знакомы, какие-то точки мы сегодня будем изучать впервые. Еще раз хочу подчеркнуть, что те 3 комплекса, которыми мы сегодня с вами будем знакомиться, они достаточно доступны для новичков в том числе, не только для очень продвинутых пользователей, и они достаточно легко запоминаются. Причем некоторые из этих упражнений, в принципе, нам знакомы. Мы просто сейчас постарались их систематизировать. Итак, начинаем с упражнения, которое мы условно называем «кулачки-ладошки». 8 упражнений входят в этот цикл, и 4 упражнения связаны кулачками, 4 с раскрытыми ладошками. Итак, когда мы это упражнение выполняем, у нас задействованы все 6 ручных меридианов. Именно меридиан легких, меридиан парный ему тонкого кишечника, дальше идет меридиан перикарда и парный ему меридиан тройного обогревателя, и меридиан сердца и парный ему меридиан, соответственно, тонкого кишечника, парный меридиану легких, меридиан толстого, а парный меридиану сердца, меридиан тонкого кишечника. И начинается это упражнение с того, что мы зажимаем, выполняем все, кто у нас присутствует, ручки в кулачок, и выполняем такие постукивающие движения. Причем стараемся соединять вот эту зону и пальчики. И выполняем каждое упражнение по 8 раз, а совершить нам нужно будет 6 подходов. Я буду считать. Так, начинаем. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Следующее упражнение мы выполняем таким образом. У нас зона большого пальчика будет соприкасаться. Тоже выполняем 8 раз. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Правильно. Разворачиваем кулачки. И теперь где у нас мизинчики? То же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Теперь вот таким образом расположили ладошки, зажали кулачки и простукиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поменяли ручки. И теперь у нас правая рука внизу, левой постукиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Теперь упражнения, которые называются «Пастигра». То есть левая ручка чуть ниже, правая чуть выше. И раз, два,
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли ручки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь все пальчики у нас участвуют. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Теперь две ручки вот так сложили. Зажимаем верхнюю правую ручку в кулачок и простукиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, поменяли ручки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь левую ручку развернули и простукиваем ладошкой правой руки боковую поверхность ручки похлопывающими движениями. Можно немножечко интенсивнее, то есть так, чтобы мы ощущали. Ну, конечно, чтобы синяков-то не оставалось. Но по боковой следующей поверхности разворачиваем и внутреннюю поверхность руки. И так проходим два раза. Разворачиваем боковую поверхность, прохлопали один раз. Внешнюю поверхность прохлопали один раз. Вторую боковую поверхность прохлопываем, замечательно. И внутреннюю еще раз прохлопали, замечательно. У нас есть еще правая рука, и точно так же мы разворачиваем боковую поверхность прохлопали правой руки, внешнюю поверхность прохлопали, это яньская поверхность, снова боковую поверхность прохлопываем, и внутренняя иньская поверхность тоже прохлопали. Еще разик развернули боковую поверхность, следующую внешнюю поверхность прохлопываем, еще боковую и внутреннюю поверхность. Замечательно. Стряхнули ручки. Это первый цикл этого упражнения. Мы выполнили. У нас еще 5 таких циклов. Пока мы немножко отдыхаем, я уточню, что на самом деле вот этот цикл упражнений, условно кулачки и ладошки, мы можем выполнять в разных позициях. Мы можем выполнять лежа. Предположим, утром мы проснулись, но еще не встали с кровати и похлопали себя, поделали это упражнение, то есть нам уже потом гораздо легче будет вставать. Мы уже такие полные энергии будем. Ну, что характерно, вот я хотела сразу привести разницу. Когда мы выполняем физические упражнения, то если мы их хорошо так с усилием выполняем, то по окончанию вот этого цикла гимнастического, я говорю о такой физической там, зарядке там, или каких-то серьезных фитнес-упражнениях, то испытываем ощущение усталости и мышцы, если мы перестарались немножко, то на следующее утро можно чувствовать, что мышцы чувствуются, что побаливают. Так вот, если говорить о китайской гимнастике, то здесь чувства усталости вот такой мышечной нет, и даже скорее наоборот, если, скажем, мы начинаем гимнастику немножечко уставшие, то по завершению этого цикла такой как вот подъем энергии чувствуется, чувство усталости абсолютно. Не испытываем. Второй вариант мы можем выполнять сидя, как мы сегодня сейчас с вами выполняем. У нас в аудитории есть слушатели, кто выполняет сидя. Можно выполнять стоя, как я сейчас демонстрирую. То есть в зависимости от вашего состояния, от вашего возраста, вы можете использовать все три варианта. Потихонечку продолжаем. Это второй подход. Опять кулачки и начинаем с кулачков. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Большие пальчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мизинчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, кулачки сложили, нижний вниз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повернули, другую ручку поменяли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пасть тигра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Меняем ручки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все пальчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ручки сложили так, кулачком. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли ручки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь левую ручку прохлопываем. Хорошо, интенсивненько, чтобы мы ощущали. Так, себя не очень жалеем. То есть, наоборот, мы себя очень любим. Боковую поверхность и внутреннюю поверхность. Сейчас я на всякий случай потом напомню еще, какие меридианы мы прохлопываем с вами на руках классические. Опять вторую боковую поверхность и внутреннюю поверхность. Замечательно. Так, правую ручку прохлопываем. Развернули ручку, боковую поверхность.
внешнюю поверхность яньскую, боковую поверхность, внутреннюю поверхность или иньскую, еще разик, боковую поверхность, внешнюю поверхность, боковую поверхность и внутреннюю поверхность. Отдохнули немножечко, стряхнули ручки. Итак, напоминаем, если мы говорим о меридианах, которые находятся на внутренней поверхности, это иньские меридианы, на руке у нас проходят три меридиана. Если брать нижнюю поверхность руки, это меридиан сердца, и, соответственно, на мизинчике у нас заканчивается этот меридиан. Почему мы массируем, скажем, мизинчик, если чувствуем, что как-то так не очень спокойно и хорошо у нас на сердце. Дальше парный меридиан у сердца на поверхности яньской будет, как мы уже отмечали, меридиан тонкого кишечника. Серединочка – это у нас меридиан перикарда, на большом пальчике заканчивается, и, соответственно, внешняя поверхность яньская – парный меридиан у перикарда, меридиан тройного обогревателя, который курирует верхний обогреватель дыхания и работу сердца, средний обогреватель курирует пищеварение, и нижний обогреватель курирует, соответственно, кишечник толстый, тонкий и мочеполовую сферу. Итак, верхняя часть внутренней поверхности, здесь проходит меридиан легких, соответственно, точка Шаошан на большом пальчике, хорошо нам всем известная, относится к меридиану легких. И парный ему меридиан на внешней поверхности янской – это меридиан толстого кишечника. Отдохнули? Дальше пошли. Третий подход. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Большой пальчик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мизинчик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Постукиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно, поменяли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пастигра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кулачки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли ручки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Левую ручку прохлопываем. Хорошо, боковая поверхность, внешняя поверхность, еще боковая и внутренняя поверхность. Второй раз прохлопываем. Так, опять яйская поверхность, боковая, внутренняя. Правую ручку аналогично сбоку прохлопали, хорошо. Яньская поверхность внешняя, еще раз боковая поверхность и внутренняя поверхность. Второй раз повторили все движения. Замечательно. И еще разик. И встряхнули ручки. Мы выполнили половинку уже цикла, кулачки, ладошки. Сейчас немножко еще отдохнем. Вот, то есть мы с вами говорили, уже я напомнила о том, что у нас вот классических шесть ручных, соответственно, меридианов, и они у нас симметричны. Почему мы работаем и с правой ручкой, и с левой? Потому что у нас, соответственно, 6 на правой, 6 на левой. Абсолютно симметричные классические меридианы. И аналогично 6 меридианов у нас на ногах. Мы потом немножко позже тоже вспомним, какие меридианы у нас ножные классические. И есть еще экстраординарные меридианы, тоже о них немножечко поговорим. Отдохнули? Угу. Дальше пошли. Давайте четвертый подход. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Большие пальчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мизинчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кулачками стучим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли ручки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пастигра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кулачками работаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли ручку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прохлопываем левую ручку сначала. Хорошо, с усилием, чтобы мы чувствовали, что мы себя очень-очень любим. Замечательно, и тем самым мы активизируем движение энергии ЦИ по нашим классическим ручным шести меридианам. И на правой ручке у нас тоже шесть классических ручных меридианов. То есть, когда мы активизируем движение ЦИ, как говорят в Китае, есть такая поговорка, куда ЦИ,
туда и кровь. То есть если мы активизируем движение энергии ЦИ, то мы тем самым ускоряем движение крови. А что это значит? Что, соответственно, все наши внутренние органы, все наши системы получают дополнительное количество питательных веществ. То есть мы ускоряем обменные процессы, ускоряем метаболизм. Почему? Мы говорим, что если регулярно комплекс выполнять, то мы тем самым можем регулировать свое артериальное давление, и плюс мы, соответственно, повышаем общий тонус организма, повышаем иммунитет, мы улучшаем общее состояние энергетики. Потому что вот сам принцип работы вот по системе гимнастики цигун, это еще и улучшение психоэмоционального состояния. То есть не просто воздействие на здоровье как таковое, но и психоэмоциональная составляющая тоже очень важна. Готовы? Пятый подход. Давайте кулачки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Большой пальчик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повернули мизинчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кулачками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, поменяли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, постигра, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, поменяли ручку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, кулачки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, поменяли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, прохлопываем левую ручку, активизируем движение энергии ЦИ к сердцу, к голове, простукиваем еще разик боковую поверхность, так, внутреннюю поверхность и теперь правую ручку аналогично прохлопываем, боковая, внутренняя поверхность, боковая поверхность, внешняя поверхность, боковая поверхность и внутренняя поверхность. Отдохнули еще немножечко, и нам осталось завершающий шестой цикл. Не устали? Все нормально вот по ощущениям? Немножко. Ничего просто? Немножко с рукой. Значит, если, скажем, чувствуете, что уже достаточно, вы можете остановиться и просто отдохнуть до того, как мы начнем следующий цикл упражнений. То есть основной принцип того, что через силу ничего не делаем, потихонечку увеличиваем нагрузку до того уровня, который вам комфортен. То есть самый главный принцип – ничего через силу. И каждый начинает с нуля. Соответственно, нагрузка на первом этапе немножечко поменьше. Потом плавненько вы можете увеличивать до того состояния, которое вам просто под силу выполнять. То есть вы сейчас немножко отдохнете. Хорошо? А мы продолжаем завершающий цикл в этом упражнении. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Большие пальчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мизинчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кулачки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Постигра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все пальчики мы пропустили. Предыдущие. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Увлеклись. И кулачки. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще поменяли ручку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Левую ручку прохлопали. Просто на самом деле там впереди еще очень много интересных упражнений, и мне уже хочется поскорее до них добраться. Поэтому, видимо, в торопях и пропустили все пальчики. Левую ручку простукали и правую ручку одновременно. Тоже не забываем, чтобы все наши классические меридианы работали так, как они должны работать. Замечательно. Вот так. Ага, чуть-чуть. Вот чуть-чуть со звуком. Все, спасибо, Жень. Итак, на всякий случай, сейчас пока мы как раз отдыхаем, и прежде чем перейти к нашему второму, вот первый комплекс, мы завершили освоение первого комплекса. В принципе, я думаю, что ничего сложного нет, чтобы запомнить все вот эти вот упражнения 8.
А сейчас мы будем переходить ко второму комплексу, и поскольку там у нас будут задействованы не только ручные классические 6 меридианов, но и ножные, на всякий случай напомню, потому что есть новички, и далеко не все могут знать об этих классических ножных меридианах. Но самый легкий меридиан, который мы легко запоминаем, это меридиан желчного пузыря. Он проходит, где у нас на брюках лампасики, да? Вот этот внешний яньский меридиан – это меридиан желчного пузыря. Парный меридиан у желчного пузыря у нас является меридиан печени, и он проходит с внутренней стороны, симметрично, соответственно, его. Если говорить о яньских, это, соответственно, внешние меридианы, ближе к коленочке, по ноге, у нас проходит меридиан желудка, а парный ему меридиан – это меридиан селезенки поджелудочной. И, соответственно, если дальше от коленочки по внешней яньской стороне, от лампасика у нас находится меридиан мочевого пузыря, и парный ему меридиан, соответственно, на внутренней поверхности, это меридиан почек. Да, поэтому, когда мы будем работать с ножками, а мы будем работать сегодня, соответственно, не только с руками, но и с ногами, мы тем самым задействуем и ручные меридианы, и 6 классических ножных меридианов. Но начнем мы все-таки сверху, да, с головы, и прежде чем переходить вот ко второму комплексу упражнений, мы с вами согрели ручки, потерли ручки друг от дружки. И, соответственно, начинаем этот комплекс упражнений с того, что мы представляем, что у нас наши ручки, в них лежат такие замечательные солнечные, теплые, желтые, золотистые шары. И вот этими шарами мы сначала начнем с того, что мы немножечко энергии ЦИ зачерпнем, потому что у нас же не только внутренняя, но и внешняя ЦИ, и этой энергией ЦИ аккуратно помассируем себя мысленно, да, не соприкасаясь с головой, еще разик зачерпнули, вдышим, вдыхаем и выдох. И еще разик мы зачерпнули энергию ЦИ и мысленно помассировали себя этой энергией и ручки в сторону развели. А теперь проводим массажик, похлопываем себя ладошками от области вот точки даджуй, большой седьмой позвоночек, до, соответственно, до лба. У меня, поскольку тут конструкция, я сильно себя не буду постукивать, а вы себя постукиваете так, вот как вам комфортно. По очереди чередуем правую и левую ручку, правую и левую ручку, опять-таки с усилием, чтобы вы чувствовали этот массажик. Вот так, правильно, от области шейного позвоночка до лба. И вот таким образом проходим, ну, по крайней мере, хотя бы 8 проходиков мы должны сделать. Замечательно. Теперь мы делаем еще такое упражнение, тоже представляем, что наши пальчики – это такие золотистые энергичные лучики. И вот этими лучиками мы расчесываем голову от области лба к затылку, проводим массажик. Почему? Потому что на голове у нас огромное количество активных точек, которые относятся к разным меридианам. И чередуем от височков на затылочек, от лба на затылочек. И вот такими расчесывающими движениями мы эффективно очень воздействуем на активные точки, которые находятся на голове. А их очень и очень много. Замечательно. Вот так порасчесывали. Замечательно. Встряхнули ручки. И теперь нам потребуется с вами 2 пальчика. Указательный и большой. Мы будем массировать ушки. Каким образом? Значит, если у вас есть склонность к повышенному давлению, то вы проводите массажик сверху, раковинки вниз. Если склонность к пониженному, то снизу движемся вверх. Если нормальное давление, то выполняем и то, и другое движение поочередно. Причем, когда мы массируем, соответственно, свои ушки, мы обращаем прямо вот пальчиками, разминаем. Хорошо. Если есть какие-то точечки некомфортные или тем более болевые, вот на этих точечках мы останавливаемся и массируем их немножечко детальнее. Почему? Потому что мы знаем, что у нас на ушках, опять-таки, проецируются все наши основные внутренние органы. И когда мы проводим вот такой вот массажик, мы тем самым, опять-таки, помогаем всем нашим внутренним органам чувствовать себя хорошо и комфортно. Замечательно. Теперь мы выполним еще такое упражнение, такой массажик ушек, пальчики указательные в ушки, и вот такими легкими массирующими движениями помассировали ушки. Вот так, замечательно. И встряхнули ручки. И теперь опять нам потребуется 2 пальчика, но уже
указательный и средний. И массировать мы будем вот таким вот образом. Место за ушками достаточно интенсивно и со скоростью, и с определенным давлением. Тоже потому, что в этой зоне у нас большое количество активных точечек. Хорошо, хорошо массируем. Вот так, замечательно. И встряхнули ручки, отдохнули. Все, а теперь мы с вами будем вот какой комплекс упражнений выполнять. Ручку положили правую на левое плечо, левую ручку немножко подняли и прохлопывать будем два раза по внешней поверхности. Выполняем вот таким вот образом один раз, точнее три раза, два, и проходим три раза. Теперь ручку подняли и от области талии простукиваем себя по, соответственно, внутренней поверхности. Еще раз, то же самое, три раза. Так, и от области талии простукиваем себя вот таким образом. Так, третий заход. Хорошо. Теперь аналогичным образом положили, повторяем то же самое, с левой же рукой ручку на плечо. И три раза прохлопываем. Один заход, второй заход и третий заход. Если тяжело, то отдыхаем, то есть делаем столько, сколько нам комфортно делать. И прохлопываем три раза, соответственно, вот таким образом от области талии и по внутренней поверхности руки. Встряхнули ручки и повторяем левую ручку на правое плечо и правую ручку. Три раза проходим по внешней поверхности. Второй, третий раз поднимаем ручку и от области талии проходим по внутренней поверхности. Два, три. И повторили опять левую ручку на правое плечо, прохлопали три раза. Если сложно, то мы отдыхаем. Соответственно, и третий раз поднимаем ручку и по внутренней поверхности. Раз, два и три. Хорошо. Замечательно. Теперь у нас упражнение будет вот какое. Мы кладем ручку на середину груди и будем прохлопывать себя по очереди правой и левой ручкой по диагональке. Вот таким образом. Меняем ручки правой ручкой к левому плечу, левой ручкой к правому плечу. Ладошка и пальчики задействованы так, чтобы мы чувствовали. Очень хорошо это упражнение выполнять для тех, у кого есть какие-то проблемы с органами дыхания. Такие простукивания. Возможно, кому-то захочется немножко откашляться. Это очень хорошо и очень полезно. Еще раз. От центра груди по диагональке к плечу. Хорошо. Хорошо. Замечательно. Встряхнули ручками, и сейчас мы будем выполнять упражнение. Ручки мы положим на грудь таким образом, и простукивать будем сверху вниз. Вот низ живота, есть определенная зона, которая очень важна. Это центр энергетический, дань-тань, нижний, причем вот ему уделяется особое внимание. То есть это вот первое движение, которое мы прохлопываем, второе движение будет таким образом, от области почек тоже вниз живота. То есть первое движение от груди вниз живота и от области почек прохлопываем вниз живота. Итак, пошли сверху вниз живота и от области почек прохлопываем вниз живота. Опять от области груди прохлопываем вниз живота. Область почек, низ живота. Опять область груди, прохлопали низ живота. Область почек, низ живота. Замечательно. Сейчас у нас будут точки, о которых я говорила. Находятся они у нас на ягодичках. Есть такие впадинки. Точка называется фанцяо. Это точка, которая лежит на меридиане, но меридиан не классический ножной, а экстраординарный или чудесный меридиан. Расскажу потом о самих меридианах, а точку Даньчао, соответственно, найти углубление вот в ягодичках, и она такая может быть чувствительная. Чем эта точка важна? Дело в том, что она отвечает, по сути, курирует опорно-двигательный наш аппарат. То есть если есть, тем более, у кого-то проблемы с вот тазобедренными суставчиками, с коленными суставчиками, вот эта точка будет очень-очень полезна. Итак, мы ладошечками вот эти точки сейчас будем прохлопывать. И пошли. Раз, два, три, четыре. 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 Немножечко с усилием, с большим. И чуть-чуть с ускорением. И немножечко замедляем. Хорошо. Встряхнули ручки. С
встряхнули ножки. Дело в том, что вот эта точка особенно хорошо ее обрабатывать, когда, скажем, в силу каких-то причин приходится очень долго сидеть где-то на одном месте и устают, затекают ножки, затекают вот все, на чем мы сидим. Поэтому вот массажик этот очень-очень эффективно. Сейчас мы помассируем еще одну точку, которая называется точка Цу Сань Ли. Она лежит у нас на меридиане желудка, называют ее точкой долголетия. Как ее найти? Ручки кладем на коленочки. Как вот в садике садили ручки на коленочки, пальчики растопырили, и там, где находится безымянный пальчик, находится точка Цу Сань Ли. Нам эту зонку нужно будет сейчас прохлопать. И начинаем. Прохлопываем. 4, раз, два, три, 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 4. Замечательно. Ручки не устали? Все нормально? Хорошо. Вот. А сейчас мы будем как раз с вами проходить все ножные меридианы. Ножные меридианы каким образом? Значит, нам придется немножечко, ну вот сидя будет сложно, вы будете делать, смотрите, если можно встать, то встаньте, столик немножко вперед, вот, чуть-чуть нам нужно будет наклониться, потому что я сейчас стану в профиль, чтобы было понятно, каким образом мы проходим, немножечко согнулись, и от области почек начинаем простукивать сначала заднюю часть ноги, потом боковую поверхность ноги, потом переднюю поверхность ноги и внутреннюю поверхность ноги. Еще раз, от области почек прохлопываем вниз, боковую поверхность меридиан желчного пузыря, всем нам хорошо известный, переднюю поверхность ноги и внутреннюю поверхность ноги. И еще разик, заднюю часть, боковую часть прохлопываем хорошо, переднюю часть и внутреннюю часть. То есть у нас, смотрите, задействованы все 6 классических меридианов ножных. То есть и меридиан желчного, и меридиан, соответственно, печени, и меридиан желудка, и селезенки, и почек, и, соответственно, мочевого пузыря. Замечательно. Хорошо, наши ножки нам скажут сейчас спасибо. Потрясли немножко ручками и ножками. И сейчас мы еще с вами помассируем тоже очень-очень важные точечки. Точки, такой здесь волшебный треугольник в районе нашего копчика. Вот мы сейчас кулачки вот таким вот образом сделали, пальчики сжали слегка. И вот такими кулачками будем простукивать зону в области копчика. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, 4, раз, два, три, 4, раз, два, три, 4, раз, два, три, 4. Хорошо. Немножечко встряхнули ручками, немножечко встряхнули ножками. И сейчас тоже еще одна очень важная точка. Мы сегодня про нее говорили. У нас на спине, вот если чуть-чуть наклонить голову, то здесь нащупывается один выступающий позвоночек. Он так и называется, седьмошейный даджуй, большой позвонок. Вот эту зонку мы сейчас тоже с вами будем обрабатывать. Каким образом? Его можно вот вроде бы так похлопать, но нам важно будет, чтобы максимум амплитуды был. То есть мы как бы ручку поднимаем вверх и потом с усилием ее опускаем. Вот на этот наш шейный, соответственно, шейный седьмой позвоночек. Прохлопываем вот эту зонку так по очереди. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Замечательно. Все хорошо. А вот теперь у нас будет упражнение, которое... Одной ручкой мы начинаем низу, низ спины, область почек простукивать, а продолжаем потом противоположной ручкой от области позвоночка даджуй, соответственно, до лба опять область. Причем руки мы, когда простучали одной рукой, вот область почек, и максимально вверх, сколько у нас получается, руку убираем, а простукиваем второй рукой, дальше, соответственно, вот от большого шейного позвоночка до лба. Итак, начинаем с правой руки, простукиваем максимально, куда мы можем достать. Второй рукой продолжение, опять-таки простукиваем ту зону, куда мы можем достать, продолжаем второй рукой. И еще разик, так, и продолжение второй рукой. Хорошо, замечательно. Ручки немножечко, ножки встряхнули. Вот, и сейчас нам с вами нужно будет выполнить упражнение из такого положения: ножки на ширине плеч, слегка коленочки согнуты, расслаблены мы сами, но при этом у нас проходит прямая линия,
спинка, мышцы расслаблены, а держим аккуратненько спинку. Шейку не слишком вперед наклоняем и не слишком назад, а вот так, чтобы у нас точка, которая называется точка Байхуэй, она смотрела вверх, как будто бы нас за ниточку, вот к потолочку пытаются вытянуть. И в таком расслабленном состоянии мышцы ягодиц расслаблены, ручки болтаются, ножки свободные. Совершаем, пяточки у нас прижаты, только за счет того, что мы коленочками слегка, вот правильно, сгибаем, разгибаем. И вот в таком положении мы как будто бы стрясаем с себя все то, что нам мешает, да? Все то, что нам мешает, мы себя сейчас стряхнем и будем чувствовать себя очень-очень хорошо. Так, глазки можно прикрыть в таком в полу, таком расслабленном состоянии. Вот столько, сколько получается. Если чувствуете, что немножечко уже устали, то тогда можно остановиться, отдохнуть. Мы сейчас уже с вами подходим, в общем-то, к завершению второго вот нашего цикла упражнений. И как мы его завершаем? А завершаем мы его таким образом. Опять мы энергию ЦИ зачерпнули, и на сей раз мы ее вниз опускаем. Опускаем вниз. Еще раз вдохнули и опускаем ее вниз. И еще разик вдох и опускаем ее вниз. А вот теперь ту энергию ЦИ, с которой мы поработали, мы ее должны запечатать. То есть девочки правой ручкой на животик, левую сверху, а мальчики наоборот, начинают с левой и закрывают правой. И следующее упражнение тоже есть такое, как бы оно завершает цикл. Кулачок правый означает энергию янь, а левая ладошечка означает энергию инь. И в этом случае мы с легким поклоном как бы своему партнеру говорим спасибо за участие. Ну и опять-таки это говорит о том, что в свое время все-таки цигун разрабатывалось как боевое искусство, и с точки зрения, что если ваш противник пытается в этот момент на вас напасть, то вы, соответственно, можете левой рукой отбить его нападение, а правой совершить, соответственно, сдачу дать, короче. Вот, замечательно. То есть второй цикл мы с вами завершили, и сейчас тоже очень интересный будет у нас третий комплекс упражнений. Мне потребуется стульчик, вы тоже присаживайтесь на стульчик. Очень эффективный комплекс. Тоже мы будем работать сейчас с вами с ногами. Поскольку коленочки – это наше любимое место, садимся так, чтобы спиночка была прямая, чтобы мы могли до коленочек дотянуться. Этот комплекс будет полностью посвящен коленочкам. На самом деле выполняется недолго, и несмотря на то, что там по 64 раза повторяются некоторые движения у нас этого комплекса, в целом это занимает порядка 5-6 минут. То есть, скажем, если вы регулярно будете этот комплекс выполнять в течение дня, ну, скажем, хотя бы всем утром и вечером, а если еще и днем получается, то ваши коленочки вам скажут огромное-огромное спасибо. Итак, начинаем мы с того, что начинаем движение против часовой стрелки на своих коленочках ладошками, с тем, что начинаем против часовой, скажем, если представишь, что на коленочки положили часы, и, соответственно, движение влево. Итак, 64 раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 40. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 60. Один, два, три,
4. Замечательно. Сейчас мы то же самое все повторим по часовой стрелке. Причем вот как отличается против часовой, по часовой. Считается, что когда мы движемся против часовой стрелки, мы убираем что-то, что нам мешает, что нам не нужно. А, соответственно, по часовой стрелке мы усиливаем, добавляем то, что нам как раз очень нужно. Итак, пошли против, по часовой стрелочке. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Раз, два, три, четыре. Замечательно. Так, следующий. Мы будем хлопать коленочки вот так сверху. Тоже 64 раза. И пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4. Замечательно. А теперь мы будем хлопать их сбоку. Такие немножечко согнутые ладошечки. И точно так же 64 раза. Пошли. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4. Замечательно. И теперь нам осталось прохлопать еще с внутренней стороны. Немножко передохнули. Не устали? Нормально? Хорошо. Пошли. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4. Замечательно. Ручки потрясли, ножками немножечко подвигали, как коленочки заулыбались. Есть такое выражение, коленочки заулыбались. На самом деле, как я уже напоминала, да, что у нас тут проходят все классические 6 наших ножных меридианов, и мы их, по сути, активизировали. Может быть, после этого захочется немножко чаще бегать в туалет. Почему? Потому что мы с одной стороны, мы же помним, что у нас здесь находится меридиан и почечно-мочевого пузыря, это те как раз меридианы, которые отвечают за все, что связано с водно-солевым балансом. Поэтому, когда мы их активизируем, то это совершенно нормальное естественное желание. Ну и возвращаясь к теме все-таки
чудесных или экстраординарных меридианов, какова же их функция? Потому что мы знаем, что вот когда мы говорим о классических ручных шести и классических ножных шести меридианах, то их, собственно говоря, функция – это движение энергии ци, соответственно, которое обеспечивает нормальное функционирование тех внутренних органов, с которыми, соответственно, эти меридианы связаны. И возникает вопрос, а чудесные меридианы, их функция? Так вот, считается, что бывают ситуации, когда у нас избыточное количество энергии ци, потому что мы же восполняем ее, мы, скажем, вот где-то на природе, конечно, идеально выполнять упражнения цигун. Кстати, наверняка возникают вопросы, в какое время, где лучше заниматься гимнастикой цигун. А жестких рекомендаций по времени нет. Единственное ограничение, что не рекомендуют выполнять эти упражнения непосредственно перед сном, потому что все-таки мы активизируем движение энергии, по крайней мере, часа за 3 до сна. Ближе ко сну не стоит выполнять. Конечно, идеально, если есть возможность выполнять их на улице, на свежем воздухе, на солнышке и, скажем, в утреннее время, вообще это будет просто чудесно. Нет возможности, в помещении тоже можно, просто нужно проветрить помещение, открыть форточку, чтобы был свежий воздух, соответственно, легко было дышать. Так вот, когда мы активизируем движение энергии ци, и у нас избыток этой энергии ци в организме, считается, что эта энергия аккумулируется в этих чудесных или экстраординарных, еще называют, меридианов. На самом деле их несколько, и чаще всего мы обычно знаем или используем точки, скажем, задней срединного меридиана, который, кстати, заканчивается вот точкой экстренной помощи, вот непосредственно под носом, и передний срединный меридиан, который, ну, кстати, если задний срединный меридиан считается мужским или яньским меридианом, то передний срединный меридиан считается женским или иньским меридианом. Есть еще меридиан, который проходит по линии талии. Есть такой тоже меридиан, на самом деле их тоже много. Мы сейчас вот один из чудесных меридианов, когда точку искали Хуантяо вот на ягодичках, это точка тоже экстраординарного меридиана. Так вот, когда энергии не хватает организму в классических меридианах, считается, что она восполняется за счет того резерва, который был накоплен в чудесных или экстраординарных меридианах. А наоборот, когда организм испытывает такой избыток энергии, то она аккумулируется и циркулирует как раз вот по этим чудесным экстраординарным меридианам. Ну, я думаю, что на сегодня объем информации, который вы получили, наверное, уже достаточен. Очень надеюсь и уверена, что вот те три цикла, три комплекса, которых мы с вами, кулачки, ладошки, коленочки и энергетический комплекс, который, по сути, охватывает от макушки и до пяточек, ну, если не с первого раза, то, по крайней мере, со второго, с третьего раза запомнить точно можно. И если вы будете регулярно пользоваться, повторять и регулярно использовать, то уверена, что общее ваше самочувствие только улучшится. И, соответственно, очень может быть, что, скажем, через какой-то промежуток времени, вообще практики показывают, что люди, которые занимаются вот практиками такими гимнастики, типа цигун, Дайдзи Цуань и много таких разновидностей, то есть практика энергетических различных вот восточного направления гимнастик, то есть такой термин индекс здоровья. Он повышается многократно, скажем, если у среднестатистического жителя это где-то порядка 800, ну, до 1000-1200, то для тех, кто практикует вот такую гимнастику, он может вырастать до 2000-4000 вот этих самых единичек, в которых он измеряется. Ну и плюс, скажем, когда мы регулярно занимаемся вот этими упражнениями, в частности, вот те, что мы сейчас с вами начали изучать, самые азы вот гимнастики цигун, то в перспективе, если делать это регулярно и продолжительный промежуток времени, то вот частота сердечных сокращений, так же, как и дыхательный ритм, если у обычного человека где-то он примерно в минуту там 15-16 на среднем насчитывает, то в принципе понижается до нескольких раз, то есть там 4-5-6. Это причем не сверх каких-то усилий, человек специально задерживает дыхание или какой-то глубокий там вдох делает. Нет, это просто естественное дыхание приходит вот к такому состоянию. Вот, собственно говоря, очень надеюсь, что то, что мы с вами сегодня разобрали, изучили, очень вам всем пригодится. Вы будете это использовать и повышать уровень своего здоровья. Поэтому всем спасибо огромное, кто нас смотрел и кто нас будет смотреть. Если какие-то вопросы появились еще у нас в чате, то мы, соответственно, их посмотрим, Жень.
Пока нет. Но, с другой стороны, это же пока все освоишь, да, вот когда все освоим, вот тогда, наверное, вопросы и появятся. Но я думаю, что если все-таки этот комплекс понравится и подойдет, по крайней мере, пробное занятие, которое мы проводили вот с лекторами национального уровня, которые приезжали на обучение вот по новому продукту, по крайней мере, понравились, и, по сути, с их легкой руки и попросили, поскольку записать упражнение, вот описать, как, что сделать очень непросто, то решили, что проще будет именно сделать запись этих упражнений, чтобы можно было при желании вернуться и просмотреть повторно. Вот. Собственно говоря, что еще хотелось бы добавить, что в любом случае, когда мы говорим о своем здоровье, то немаловажным фактором, дополнение к тому, что мы нормально спим, рационально, нормально, полноценно питаемся. Мы должны еще обязательно, соответственно, физически мы активны, соблюдать еще и режим питьевой, потому что, по сути, наверняка, я думаю, на всякий случай повторю цифру, сколько водички мы должны в день выпивать. Можно по двум формулам этот расчет провести. Либо 30 миллилитров на каждый килограмм веса, либо можно использовать другую формулу. Когда вес тела мы делим на 20, и вот примерно процентов 75-80 от этой величины, соответственно, мы должны выпивать. Если вы не привыкли пить нужное количество воды, то выходить на свою норму резко ни в коем случае нельзя. Нужно увеличивать количество воды, которую вы потребляете, постепенно, то есть каждые несколько дней увеличивать там на четверть стаканчика, там, потом прошло несколько дней, увеличиваем еще одну четверть стаканчика, и таким образом выходим на нашу норму потребления жидкости. Вот, собственно говоря, основное то, что мы сегодня с вами должны были с чем познакомиться, вы познакомились. Я очень рада была нашей встрече с вами. Соответственно, смотрите очередное расписание вебинаров, потому что следующий вебинар у нас будет тоже очень интересный, с очень интересной темой. Мы будем говорить о важности пищевых волокон для нашего здоровья. Поэтому там количество потребляемой жидкости тоже очень и очень важно. Всем крепкого здоровья и больших успехов во всех начинаниях. До свидания.